сейчас я расскажу все, что я о них знаю. О Лехе слышал заочно, когда он был не с нами. От Натали, с которой я тогда общался, он за нами на Минскую однажды примчался. Я с ним пообщался, общие интересы, взгляды сердца, круг общения тесный. Юля, я не знаю, где была тогда еще. Познакомились потом, когда был снег тающий, на катке, потом в одной компании. Собирались вместе, часто на катание. Леша Юлю увидел первый раз там, и закрутилась эта драма. Пам-парам-пам-пам. Они нашли друг друга, как две половинки. Вот она любовь, как на фотоснимках. Теперь они вместе, навсегда как тень. Желаю всю жизнь помнить этот день. Сегодня день свадьбы, поздравляю. Как же я рад, что мы знакомы с вами. Желаю счастья, любовь, совет примите. А если что, я рядом, так что звоните. Сегодня день свадьбы, поздравляю. Как же я рад, что мы знакомы с вами. Желаю счастья, любовь, совет примите. А если что, я рядом, так что звоните. Сегодня день свадьбы, поздравляю. Как же я рад, что мы знакомы с вами. Желаю счастья, любовь, совет примите. А если что, я рядом, так что звоните. Сегодня день свадьбы, поздравляю. Как же я рад, что мы знакомы с вами. Желаю счастья, любовь, совет примите. А если что, я рядом, так что звоните. Так что звоните.